Всем привет! Для девушки момент, когда она идет к алтарю, где ее ждет любимый мужчина, один из самых трогательных и запоминающихся в жизни. Так и было с героиней нашей истории Джеки. День свадьбы стал для нее самым особенным, невероятно волнующим и поистине чудесным. Но особенным он был не только для невесты. Когда люди увидели то, что сделала девушка на пути к алтарю, они просто потеряли дар речи. Джеки Гончер – 25-летняя девушка из США, штат Джорджия. В жизни ей пришлось крайне тяжело. По воле судьбы из активного, занимающегося спортом подростка, она превратилась в прикованную к инвалидной коляске молодую женщину. Плавая в бассейне, Джеки получила серьезную травму позвоночника, в результате чего стала полностью парализованной. Врачи поставили 17-летней девушке страшный диагноз. Она больше никогда не сможет ходить и останется парализованной на всю жизнь. Джеки отказывалась верить в происходящее и впала в глубокую депрессию. Она не хотела ничем заниматься и практически полностью перестала общаться с людьми. Дни тянулись невероятно медленно, и Джеки казалось, что ее уныние не закончится никогда. Но одна случайная встреча изменила все. Однажды, когда Джеки приехала в парк подышать свежим воздухом, к ней подошел незнакомый молодой человек и предложил прогуляться. Девушка очень удивилась, но все же не отказалась от предложения. Эндрю, именно так звали незнакомца, влюбился с первого взгляда и через какое-то время предложил Джеки выйти за него замуж. Она, конечно, согласилась. После того, как Джеки начала встречаться с Эндрю, она поставила себе цель не просто встать на ноги, но и дойти до алтаря. Слова врача о том, что это невозможно, не убавляли ее решимости. Джеки не собиралась оставаться в коляске всю оставшуюся жизнь и приступила к упорным тренировкам в спортзале. Она понимала, что путь будет непростым, но была готова к любым сложностям. И вот настал день бракосочетания. Когда Джеки въехала в зал на своем инвалидном кресле в сопровождении мамы и дедушки, никто из гостей, конечно, не удивился. Но когда коляска вдруг остановилась на полпути к алтарю, и девушка начала без чьей-либо помощи подниматься на ноги, люди едва ли не схватились за головы. Гости не могли поверить своим глазам, но это было еще не все. Джеки не просто встала на ноги. Она оставила коляску и направилась к жениху. О том, что она готовит такой сюрприз, не знал даже Эндрю. Увидев, как невеста самостоятельно идет к нему, мужчина не смог сдержать слез и заплакал. Но плакал не только он. Практически каждый в зале вытирал слезы. Это был невероятно трогательный момент. Церемония длилась 45 минут, и все это время Джеки сумела простоять на ногах. А после девушка даже исполнила танец молодоженов. Но и на этом она не остановилась. Большую часть пятичасового праздника Джеки провела на ногах. И все это время она была совершенно неотразима. Упорные тренировки по укреплению мышц сделали свое дело. Вряд ли кто-то возразит, что Джеки Гончер – это человек, который заслуживает огромного уважения за такую невероятную силу воли и стойкий характер. К слову, девушка планирует тренироваться и дальше, чтобы сделать свою жизнь максимально полноценной. Все это она делает не только ради себя, но и ради любимого мужчины. Джеки говорит, что если бы не Эндрю, то она по-прежнему была бы прикована к инвалидной коляске. Подойдя к ней в парке в тот день, он полностью изменил всю ее жизнь. А сама Джеки доказала каждому неверящему в свои силы человеку, что сдаваться нельзя ни при каких обстоятельствах. Друзья, если вам понравилась эта история, ставьте лайк, пишите свои комментарии и делитесь этим видео со своими друзьями. До скорого!